Всех? Виндросселя. Ты же есть, да, фласки на эту, на инвиз? У меня три фласки. У нас просто Ляночка, Войт и Седжу пойдет и все. У Ляночки есть банки на инвиз? Пять есть. У меня есть банки на инвиз. Я давно. Куда скинул деньги на лечение? Пломбу поставили. Пломбы из шавухи. Ложка во рту была. Ложкой шаурму ешь. Приятного. Это есть этот Дживс? Это сильно. У нас была книга, вышла из сети. Знаете, Дживса, блядь. У нас танка нет. У нас была книга ливнул, когда мы запустили. И Дискорда. Выйдите из за места. Да поспамьте, может найдете танк. Ну хуя вам танк. Че, выходите? А хуя нам заломать? Да, выходим. Я понял, блять. Напугаем. В гильдии есть кто-нибудь? Так. Калькулятор там есть. АДК. АДК. У него танк есть? Нет, а, нет. Хукмастер оттегните. Юля, наверное, уже спит. Хукмастер, ну-ка. Или Юлю. Бульбая. Вот и есть. Юли, кстати, вроде нету. Да, я, кстати, нет. Нахуя тебе сишка РДДшная, блядь? А что дает? Отстаньте нахуй от меня. Ай, мать, бомж. Она не хасту дает, она, блядь, и там левел тебе дает, блядь. Она хасту дает. Mm. Вот, хоть одну тринкет, которая дает хасты столько же, сколько чашки. Объект. Ну та же самая хуйня, блядь. Карта 170. Карта дорого. Как ты СПД активируешь? Ты СПД не активируешь? Дорого. Или? Дорого, но. А полтинник. Сейчас ты когда рейды вводишь, все забираешь себе. Вчера полтинник, но. Он на регорд-то блядь не водится. Так. И что? Ну, сейчас подумай. Он целый блядь, вы думаете, нахуй, я такой миллионер, блядь, да, ну? Да. Я там где? Голды, да, блядь, просто открываю. Ну, да. Ты своего вара видел фулл-тердольного красного? А? Ты вара своего видел фулл-тердольного красного? Так вот в том-то и дело, вара, видели, блядь, куда вся голда-то ушла, блядь. Там все. И что, все что ли? Голды нет больше? Так я въебал на него, блядь, дохуя, прям реально дохуя. А после этого я не фармил практически. Че за хуйня, блядь? Че мы, блядь, тут стоим? Пойдемте на X10-ку ёбнем по голове и все. Ведь мы столько собирались. Спамлю танк. Тоже спамлю. Биг Дэм аж 6 утра написал в КОВЗ. Ну, говорю. 5 утра. Ну, зато мы два рейда закрыли. Ты мем видел? Заломанным на тобой. Ну почему 5 утра? Это время было. Я написал в час дня, по-моему, время. Ну-ка, Макс, прыгни Мишку на пару секунд. Опять сидит. Людей кикает из гильдии. Кто кикает, блин? Ну, два человека покинули. Да, вообще-то сегодня она покинула сама, блядь. Она сегодня нас ливнула с ТТГ. Что ты про нее сказал? Мать, а как будто она в рейды ходила, я ебу нахуй. Она один раз в рейд ходила. Она почти не была в рейд. Она не играет просто, ну... Это кто, Халея? Какая... Так забыла. Фабиан. Хан типа наш. Он не играет, блядь. Какой наш, блядь? Ну, бывший. Ну, вниз бегите, ходил их тут долбить. Блядь, Мишки. Блядь, убегите вниз. Ну чё, тупые, что ли, блядь? Алло, нахуй. На саму ролю, он застрял. Боком агри, боком их агри. Вы можете вниз их спустить. Ебать, что вы... Я не знаю, что там Войд дрочит. Войд, как дела там? Хуёво, а, это Войд. Как дела? Реально. Хуёво, говорю. Потанчить хотите? Ребёнка ещё хуже. Я могу с ДДС. А в чем надо?
Уже здесь а, у него, блядь, фулл баф, я думаю, почему у него так много хп? У меня всего 70. На каске нет, оказывается. Я говорю, нам нужно на этот, на... на ДБМ фразы поставить новые. Так. Ну, друиды, рога, беги. Выкнул себе кэш. Лок в инвизе. Чё, как закрыли? Посох выпал? Да, вроде. Блин. Пятки, да, в 25-ки нет. А, ну ладно. А я что-то проебался с РТ, лёг спать, просыпаюсь, время. Это... Так нехуй проебываться. Да у меня это последняя смена была на комбинате. Блять, мастер заебал, блять. У нас половину народу съебало. Осталось 4 человека и один мастер, блять. Нет, чтобы нас отпустить, он давай нас, короче, ебать. Вот говорит, вот нахуй перетаскивайте. Ебать вас. Жестко. Ну он мозги нам ебал. Жестко ебать. Выходит мастер такой, начинает жестко. Ну да, данжен мастер. Атомный мастер. Чтоб жестко ебать. Кто танчит? Кунг-фу. Кто танчит? Алло. Ну, давай я. Тебя хп меньше. Да мне плохо на хп, блять. Все. Блять, показалось. Можете суммонить оставшихся? Так суммонули уже. Так там три человека стоит вон. Так их суммонули? Нет, значит, суммонули. Афкан. Там же показывается слева камень, если суммон отправили. Ну, а у них все стоит. Они уже уже суммонули их. Они вот они, видишь, тут уже. Все, можно фулл балфа, пацаны, спасибо. Да, ты заходи. Рыбу едим. Шаман каски там. Пьем. Бигдэм кулак. Какой же кулак, я тебе каску дал. Ну хотя бы лука, что же фрикаешься. Такую, да? Я понял. Ну, можно же барабаны дать, дай ему кас. Я барабаны могу дать. Вы какие-то сегодня грубите слишком дохуя, блядь, фрик. Пиздец, что фласкил, блядь. Подойди к мардаунту, я могу пас. Сам как не ответил. Грубиян. Я говорю, я тебе каску дал, блядь, нахуй. Какой зачем флаг? Здесь рейндж наберите? Гуляю пока. Ебать, да ну нахуй. Какие-то агрессивные, блядь. Герус пула. Герус. Да вам. Че хилиться будем, нет вообще. А кто танчит? А, финтек. Что, что вы, что финтек пизды одинаково получает, поэтому это налог танчит. Это какая-то грубость была, да? Где? Ну, про то, что пизды получаем. Нет, нет, это было просто недоумение. А можно второй на пул сдать? Я понял, так это еще хуже, чем грубость. Да? Я не знал. Сейчас надо... Буля 8. Пульсы, да? Бегать. Стальву по врею дайте. Он сбежит, сдохнет. Да. Войд, эту лапу кинул? Разбегайся. Не знаю. Так, ну-ка, Войд, как дела? Я просто что-то не вижу ее. Ну ладно. Так, а ты ж друид. Так ты-то в совет, у тебя на бо... Так надо было вначале инстан кинуть, наверное, тебе лапу, блядь. Подожди, ты... я про волшебный огонь. Да, висит, блядь. А, висит. Это приметкость дает? Или чё? Ну да. Какие меткость даю, наш понял. Нет, я даю. Не я даю, ты не даешь. Я моего просто не я вижу свой баф. Я только свой вижу баф. Я тоже вижу баф. Про надо будет сбегаться. 10 секунд. На 5 сбегаемся примерно, а то он даст молнию лишнюю. Сбегайтесь. Он ее так и так даст. Ты не успеешь сбежаться. Просто надо. Или успеешь?
За 5 успеешь. Не, он дает молнию сразу же, понятно, что. В любом случае она по всем прилетит. Отойди. Да, ну вы что, рассоситесь нахуй подальше, станьте, что фирма, да. Там 300 катуски них. Да, я нормально стою. Ну да. Возле меня морда стоит. Бэй, отойди от меня, пожалуйста, но я так хилю, блядь, вам-то проще. 10 метров между нами есть. Ох, ну у меня сейчас 2 стака от тебя и меня пролетел стак. Значит, не 10 метров. 12 тут надо. 10 метров стоит написано. Я понял, блядь, куда я попал, нахуй. Пацаны, первый раз просто. Боря 10. 5. Отбегается. Да, сатруну уже маршрут поверить было, блядь. О, видишь, в рейнах чисто засейвил тебя. Я ему дал это 3%. Там это, если что, в рей, вот здесь вот тебе доспех помогает, который, блядь, ну, от магии природы, блядь, который тебя нахуй не ваншотит, блядь. Ну и нахуй стоите, блядь, все ДПСите. И умираете как конченые. В натуре, блядь. Одеваюсь за 10. Ебич. Сергей Бобров. Не листай, давай, да. Достал. Ну, у тебя дефолтный сектант. Вот Войд, как дела, мне больше всего нравится, на самом деле. Брат, пиздат. Да ты заебёшь, нахуй. Что там, плайн будет сейчас? Любом будет. Так, тут штаны. Кожаные, мне кажется. Кольцо, кольцо мне не нужно. А, я понял. Вот топовый пояс, пацаны. У меня 10 таких. Ну, вчера вот такой же плайн ходил. Пояс нужный. Нормально. Давай себе забирай. Забирай. А что это такое? Палец? А, это хуйня. Палец. Что, палец никому не нужен. Он себе взял себе такой палец. Не раскрыть. Такой же палец еще падает этот следи 25 обычку. Ты хуйня ебаная, блять. С хостой есть. Ну все, я вдруг одел получается. Победа. Красавчик, можешь хилить. Че, выпал что-нибудь подарков? Тебе как сказать, вот... Макин с скалам упал. Я даже не был на вот этом ивенте, где вот там снег фармить. Пиздец. Там, между прочим, нахуй, интересно. Хуйня. Я за Ршаму в какой-то веке поиграл. Не знаю, блядь, мне не вкатывает. За Ршаму... Вводит трансмоги, покажи, который там падает, он тоже захочет. Кто побежали? Ай, где? Но... Не знаю, куда. Джуновая вантиля. Только не активируйте он ты двух мобов, которые там. Сейчас я скрипт активирую. А, уже активировал-то. Вот тут вот, Ляночка, а кто там? Та Ляночка, вот тут вот начинает. Та Ляночка. Бежим в угол, да, подыхать Ля. Здесь. Подожди, а сегодня. Не, сходи. Никаких углов на. Я сегодня утром собирал. Ой, тогда давайте утром. Кабанчиком. Вечером собирал ЗОА, и Ляночка была, по-моему, в Гринхиллах, или мне показалось. Не в или это а ну-ка мы все узнаем. Они с Хуриком по обмену. А, точно. А, у вас этот... Ляночка пришла. Все верно. Ляночка, есть у тебя там кого перетянуть? Ляночка шпионка. А как я пробегу тут нормально? Так и скажи, ты инагент, и на самом деле ты не Ляночка. Скажет она тебе. Или кто там еще был? Она вроде хейтил Хурика. Сегодня? Правильно, ебать. Хули он насрал? Как правильно, блядь. Пришла в чужую гильдию, да, тут Хурика хейтит. Что ей еще остается делать? Тоже а хули мы сюда прибежали, блядь? Ну, сумму. Хурика хейтит. Шкафчик там. А где шкафчик-то, блядь? Может, в углу сдохнем и нас Ляночка, это бернут? Ляночка, иди. Я проверял уже. Класска академия. А, у нее академия. Нет, твой максимальный хп. Ждем. Так мало. Слишком быстро босса ебнут. Тут вот если дохнут, тут надо, короче, вот на этот уступ залезть. Вот на этот, там, залезьте, ну, залезьте, я приведу. Парк, а там. Туда, туда нет, не залезешь. Бля, кстати, да не надо этой хуйню с ним. Кстати, масок ну, можно дать в углу. Давайте вот здесь. Да, вот не, здесь не. Можно. Это в прошлом, ну, либо надо вот здесь умирать. Не тут.
Вот я здесь, не вот знаю, здесь. Короче, видите, где я? Сдохли и не получилось. Получилось. Давайте фласка от КДШ. Нам вставайте туда, я приду сейчас. Да, фласка от КДШ. Бля, с морда на хуйню байтит. Просто нахуй. Я серьезно говорю, мы так делали уже, ни хуйня это нифига. Ну, делай в другом рейтинге. Седжо опять грубит, блядь. Да он... Дед. Нет, это Седжо. Мы там уже сдохли бы и уже прибежали бы все. Сейчас. Все уже откатилось, фласка. Куда вы торопитесь, я не понимаю. Мы на плюс 4 торопимся. Да. Маунт анроу, нахуй. Да, мне. Не-не-не. За самый пакостный пиздеж. Это Ваня, а ты сделал вот это? Ты говоришь? Я на втором месте. А ты будешь ее делать? Можно попробовать. Я бы сходил. Ну, типа, чисто до 15-й волны. А что там, может, 4 хила надо? Нет, надо до 15-й волны, как обычно, а после 15-й в пятером надо, чтобы 5 хилов. А реально это так работает? То есть, бля, это такая хуйня. Я думал, там все волны хила. Не, ну, типа, главное 17-ю волну закрыть. Хули вы стали, нахуй, сумуньте, блядь. Ну, кто-то одну первую пати, кто-то вторую. Да все пати можно сумуньте. Не знаю, можно, в принципе, и, блядь, первый по 17-ю хилами. Копало, да, я оценил, пиздец. Копал, да, фрик какой-то. Со спотычешкой. А, еще не оценил, ага. Я надеюсь, ты не покупал этот манускрипт. Бардаун, нахуй, алло, блядь. Лежал. А вам покупал? Пешка. Вот этот манускрипт, надеюсь, ты не покупал. Он там, это, в банке лежал. Покупал. Ебать, где он, нахуй? Но я его купил, а тот, который в банке, я его сегодня выкинул. Че, на ФК ушел, что ли? Че, блять, портаунт. Прием, блядь. Алло. Ебать, у тебя фулл Т4-2, охуеть. Да. Ты че, задонатил, что ли? Нет. Одно выбил сегодня в гейме, две утонул. Ебануться. Так просто. Надо делать синтек хвалов. Охуеть. С чешкой, если дашь. Блин, синтек, блядь, пишет там эти... Титьки мяу, блядь, да, давай, покупала нормально, блядь. Все, он вроде тут, все, в агре. В чем он не прав? Сейчас ты сбивайся. Вчера пошел в РС-ку, короче, упали сапоги, пояс и чешка. Я забрал чешку анролом, сапоги сролил, пояс тоже. Идол, сбейте. Ты их можешь переставить, в принципе, уже. Ну, на турезист, на что там представишь? Милихаст. Под ебалом там листочек кто там. Перепуг на 25% стан. У меня КД. Сержа даст. Бля, ну... Сука, у нас нет латников, там блин тролли пойдет. Да там что угодно, но не даггер должен упасть. О, стан есть, готовьтесь. Унтик есть. Шо, инсика... Я скажу, куда хочешь дать. Давай, хочешь. Я уже дал. Хорош. Я шарю. Пис. Мышкой хочешь тыкаю. Ну, агрите там что-то. Вот синтек вообще его на панели не было. Да? Кто? Герус пула, а? Да, цики. Кто такой этот ваш Гера? Какая же шутка. Шутка уже такая заезженная будет. До сих пор актуальная. Да. Какой, такой босс пидорский, блять, он прям это. Согласен. Такими сбиваниями с ног прям. Особенно когда, блять, у тебя танк умирает, а он тебе дает паралич, блять, и это вообще пиздец такой. Вот, смотри. Как дела там, нахуй? Я же говорю, блять, паралич дает тогда, когда танк умирает.
Ну, блядь, НП, как дела? Почему, блядь, ты не забрал вовремя? Таунт не нажимает. Потому что, блядь, это... Там надо доупор Лича успеть забрать. Можно создать по танку одному. Нахуй, он был, блядь. Немота была. Мордаун, как хили, блядь? Хили, хили. Хили прям. Я ману ресу. Мне, блять, ДБМ не показывает нихуя, когда форма будет. Ну, сейчас скоро будет. Только берсерк показывает. Как увечья повешает, там через секунд 15, по-моему, после увечья. Иногда наебывает, иногда вообще. О, вот он. Чё вы говорите, Дженалая следующего? Нахуя? Ну, кто-то говорил на 4. Ну, просто надо это быть и всё. По очереди все. Так сейчас куда, Дженалая или Рысь? Рысь. Рысь. Ладно, заебал. О, чё стал стоять. А чё ты какая-то залупа? Может каску кто-то даст нахуй? И пристабав? И пристабав? В натуре, ебать, не пристабав, а не каску. Охуеть вообще, блядь. Блядь, реально нет лапка? Рыбы нет, я чё встал. Вам-то важнее, блядь, босс почти умер, они вспомнили про каспу. Ебать, я не видел. Давайте вайпнемся заново, начнем. Я думаю, натуре, блядь. Обновим мэнс, нахуй. Без каски начать. Натуре, блядь. Давайте в саппорт напишем. Я думаю, чё мана так кончается, блядь, без каски. Андрей себе бафнул, а рейда нет. Нет, я еще танком бафнул. Мне некогда, я хилю. Я похилю, можешь избавить их. Не-не. Не-не. Так это отмаза была, так понятно. Ну, все верно, блин. Вообще в одного танчится этот ебаный босс. Ну да, блять. Ну, по крайней мере, мой Мишка затанчил уже. Еще у меня тогда 80 тысяч не было, блядь. 1075 было. Спокойно танчится. Он не шотает. Все изи. Ну, Мишку, может, и не шотает, а всех остальных, блядь, как тряпки нахуй. Так, на изи. Где бибилом? На изи. Ой. О, ой. Не прогадал. Забирай себе это на... Это, на... Сеня. Пуху упало. Энг с двуручкой. Энг с двуручкой, походу. Да. ПВПшный. Мсика может забрать на офспек. Ну или Мсики можно дать, да. Я надеюсь, ты еще не распылил. Блять, мы умрем, блядь, или че нахуй? Я отказался, возьмите кто-нибудь, отдайте. Ну нам, так все уже, пиздец, все сдохли. Я тоже отказывался. Все, блять. Я нажал распылить. А где Ляночка? Почему на нее мобы бегут? Там, походу, распылили. Умрите! Что за хуйня? Все, сэвейдились вроде. Нет, там Мордаун проигрывает троллебой. Я тебя распилил его. Нажал нужно за предмет троллебой. Чё ты умрёшь? Мне кажется, тебя эти аддоны врут.
Он уже нажал распылить отдельной клавишей. Да, ну, уже сидит, выдает шаман. Нажал, у меня макрос. Да, мы сейчас подаем, я тебе дам, господи. Нужен-то он мне. Не сказать, что он мне нужен, конечно. Будешь, у тебя же ретрик есть. Все, будешь стрелять боем. Будешь тестить на НСИКе 4Т10. Ай-яй-яй. Есть хейсткин дамаг. О, Лок, знаешь, куда бежать? К закрытой двери. Бежишь? Мы уже с холидринком проверили Т10. Будет еще, блядь, дамагер хулит. Что это, какаха? Мы обосрались. Побежали к закрытой двери. Часть все-таки не дает стака. А куда мы бежим, блядь? Вы стоите тут. Рога пошел. Мы вас засумоним. А кот, наверное, тоже галактики. Бежит, нет? Первый пошел, второй зачем пошел. Зачем коту, если рога уже бежит быстрее? Третий пошел. Сука. А что за хуйня? Кому-то нужен троллейбой вообще? Синтек, нахуй, как дела, блядь? Рыси, да, не прощаю. Пока раночка. Рога еще не пришел. Давай, паладину. Ну, я тыкнул, если что. А как вы пробежали там? В подвизе. А он куда бежит? Да вы стойте там, мы звоним. А он вечно куда-то бежит. А куда он, с другой стороны? А он бежит, 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 да. Бежит, бежит, бежит. А что-то не в курю, по карте или хуево? Ну ты просто первый раз это... Он делает круг почета, и как в горожане сумонят тебя к другой двери. Нихуя не понял. Ну смотри, он делает круг почета, вокруг обходит через одну дверь, подходит к другой двери, туда в угол ставят за шкаф, и тебя сумонят, все. Ой, кто проходил Elden Ring? Я не проходил. Я даже проходил. С Куплиновым. С Куплиновым? Ебать, я ржал над ним, нахуй. Такой тип, ебать. Но я его долго не могу смотреть. Тоже вот так одну серию посмотришь, а потом пиздец, как-то раздражает. Нахуй. То он комменты какие-то начинает читать, то еще какая хуйня. Не, так угарно. Я пока на работе делами занимался, сидел, смотрел 25-ку гер, как проходили вы. Не, ну что... лучше куплю на всем. Все эти ответы неправильные. Надо говорить, что я проходил Elden Ring вместе с Войдом. Не. Жесть, он на ютубе выкладывает. Я проходил Elden Ring мим. Я его второй раз прохожу, первый раз я его не прошел, я просто поиграл. Ну, как-то не знаю, ну... Не вкатило мне, я потому что не квест. Какой код пробегите, алло. Ты что, стал? Алло. Я не могу тыкнуть. Сверху дырка. В дырку тыкай, блин. Ты че, блин? Ладно, попытка номер два. Вы че там, дрочите, что? Вот тыкни. Как чтобы она ему поставила, нужно тыкнуть, алло. Сейчас, я подожду. Да не, сейчас я выживу, ебать. Сумонь. Все будет. Жесть, там, блядь, тыкнуть не могу. Ебать, я понял. Как вы живете, блядь? Пиздец. Тычка, тычка, тычка. Ебать. Куда я попал, нахуй? Налево лука, тычка. Лука и шипы засмотрите. Не все могут тыкать. То есть не каждый не может только тыкать. Лишь все, нахуй. Да, но каждый не умеет. Не может, но в смысле... Вернее, могут, но не только лишь все, нахуй. Вот как правильно. Да, что это за хуйня? А что, по-другому не оббежать, что ли? Ну, можно трэш бить, конечно, может. Так ебать, его, ну, обычное, вот где озеро, нахуй. Что это за сумонти? Там как нормально быстрее. Пробегается. Ебать. Как быстрее. Первый раз вижу то... Ну, если никто не сдох. Шалфира и Синтека сумоните. Еще Валента и Бенсилера. Я Бенсилера сумонил, нахуй, он два лая бьет где-то. Да, он, облома. Да, вижу. Так, кто остался? Оббегайте комнату. Ебать. Это не быстрее. Шаман, это хуйня какая-то. А куда оббегать, блядь? Все тут. Я, бля. Ну, вон, по краю беги. Где все? Все, кто хотели. Не сагрить. Это куда? Ну, по вот так краю, вот беги. Вот так вот? Ну, вот так вот. 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 Кто на боссе хочет? Синтек? Хорошо, синтек на боссе. Вот так вот. Тупо вот. Вот так. Рыбу ешьте. Бафайтесь. Раздайте ну, все бафы. Паладины, да, все бафы. Бафы. Все бафы. Все бафы. Кого-то паладин дохуя. Один паладин, блять. Вот что, пьяные там что? Считать умеете, нет? Паладин один. Баф один.
Один. За одного человека. Сет за кулак даю. Один вот. Паладин. Чисто. Один паладин. По индивидуальному запросу. Один так, паладин. А что у нас? Шаман Энг, да? Один паладин. Шаману один тоже паладин. Дам кулак. Сет, бафните барабаны какие-нибудь 8%. Давайте уже. Что, я готов. Вот барабаны. Что вы даете? Ну давайте, агрите уже, босс, пофиг. Я понял. Так бесстрашно, давай. А кому эти 7 секунд надо? Давай, агри. Красава, бесстрашно. Еще бы не умер никто. А, Геру пока не даешь. Рысь выйдет первая, сдашь Геру. Ну, короче, босса бить, чтоб она не кончила. Рысь, свеч. На пульте рысь. Еще рысь. Все рысь бьют. Тотем, мелик. Там. Да, блять, раньше мы ходили, блять, ДПС никто столько не давал, нахуй. Нихуя. Никс 5 видел ДПС? Не больше, чем у нас сейчас ДПС. Говоришь? Никс 5 сейчас ДПС больше, чем у нас. А мы силки, нахуй. Ну ты представь, усилки, блять. Сколько там усилков? Ну 200, нахуй. Там дохуя. Доха на поле. Ясно. Ну пиздец, блядь, чё нахуй рысь удержать не можете, шо? Тотем. Тотем мели. Я, короче, там тотем ещё хуярит. Ой, ужас вообще. Натуре, блядь. Хуёво хилили мага, ебать. Ну, блядь, его рысь убила, хуёво хилили. Ой, как дела? Заебись. Есть, у тебя всё хорошо. Хуетно, блядь. Чё, где будешь на руку отправлять? Надеюсь, в кругу семьи, а не один. Конечно. Один? Ну, блядь. Ничего нового. Ты так осуждаешь, да? Это... Конечно. Ладно, это бутылка пива. А лучше уж с бутылкой пива, но с семьей, чем без семьи. Кто-то сказал семья. Моя семья это Виндроси. Семья превыше всего. Войд, брат Доминика. Войд Дроссель. Умнее Доминика. Сильнее Доминика, блин. Отвечаю. Мардаун, гимн, шаман, тотем. В 10-м форсаже они уже пойдут на этот... На луне гонки устраивать, да. А чё за тотем? В смысле тотем? Там же какой-то тотем. А я наебал. А нахуй тотем, я фулл мана, блядь. То он Мардаун даже не... Тоже. Даже не в пати с ним, нахуй. Так в рей батл. В рей есть там... Своя мана ресал. Короче, шелфиру дам маны. Понял, бой, это честь, блядь. Тут ману дают магам, нахуй, чтобы это... Да каяк кому дал. На X1 арканам давали ману. Нары раздавали. Колечко на ловкости. Колечко, хорошее. Пойдет. О, ебай, забираем ману. О, на ретрика, да, заебись пойдет. Все, минус. Так, крик, хаст, сила, тайки. У тебя же нет такого, да? Сиджу, дайте. Так, в чем мы дальше умираем? У него печка нету такого. Стревой там троллит, вообще кольца нету, роли. Потому что там одно кольцо было. А кому оно надо? Роги наши. Ну, ретрику, роги например. Надо? Ретрику, а... роги наши. Да, давай. А нахуя ретрику все роги надо? Ретрик, ногу ну, ретрику не умирайте надо. Быстрее. Идем на плюс 4, не забываем. Умираем? А мы уже не успеем. А сколько времени?
15 минут. Если маги еще пройдут через стенку, успеем. Сейчас пока оббегут, да, пока успеем, там сдохнут пару раз еще там, пока оббегать будут. Пока суманемся. Надо, пока... чтобы маги запаркурили и лок. Пока все покурят, отойдут, посуд, пописывают, покакают, блядь. И в итоге время... Какое может быть... пессимист. Какое может быть АФК, когда идешь на время, блядь? А что, вы вздыхаете или что вы делаете? Какое, действительно. Да. Так а что на вас? На вас мобы какие-то на секунду кто-то бежит, блядь. Я не знаю вообще, что вы делаете. На тебя какой-то моб бежит. Ну нет, на меня не в бою. Ну, блядь, меня показывают, что в бою. Да, вот. За... Я на маунте сел спокойно, я не в бою. Какая-то хуйня, значит. Ну, сейчас посреди боя прибежит моб. Страшно. Так, куда бежать-то, нахуй? Опа, сюда. А это что? Паркурим. Паркурим? Так, это кто запаркурил? Лок, ставь шкаф. Где-нибудь идти, поставь шкаф. Вот это слово... А, нет, опа, нормально, нормально, давай. Сюда, это слово паразит. О, сюда, просто гений. О, во, я говорю, тоже слово паразит. А что мы делаем? То же самое, что типа. Типа, ну, опа. Типа, опа, пацаны, да. С первого раза. Со второго опа, далеко опа, стоишь. Опа, а как, далеко, опа. Далеко. Как далеко. Запрыгнуть? Алло, нахуй, что за хуйня? Что, блядь, прыгать? Не парься, деда, сейчас тебя засумали. Ёбаный в рот, нахуй. Что это за параша? Мастер, а как ты туда попал? Вот я здесь сколько блинковался, нахуй. Мне, я вижу, что... Мили прям вблизи. Ёбаный в рот, блядь. Сейчас это меча теперь стулет ставить. На, нахуй, видали, ты ебать? Его? Алло, ой, блядь, его, как его, дела, его, нахуй? Деда запрыгнул. Ёбан, я тут не могу обойти, алло, блядь. Чё за хуйня? Чё за параша, блядь? Как опрыгнуть? Вой, там надо в гонку ударить. Как, нахуй, я не дотягиваюсь. Сука. Пиши, короче, флэш, меня. Я тут. Инсипу, суман. Инсипу, синтек. Есть джипс? Быстренько. Есть, я поставлю. Что тут, по яйцам бить, да? Давай. По яйцам. Да. Ляночка еще. Давай вокруг бегать, нахуй. Ляночку сумоним. А где Джесс? Ну, я синтека сумоним. Джесса не будет. Давай вокруг этого яйца, Седжу, бегаем. Понял. Рыба стоит, рыба стоит. А почему у меня Джесс поставился в текстуру? И ЕП за это дают? ГП. Есть хламобот у кого-то там что-нибудь? Сейчас у меня тапки сломаны. Джесс, сейчас мой хороший. Кто что танчит? Давай синтек на боссе, вот на трэш. Нихуя себе, блин. Прошнят. Метки вам нужны или вы знаете? Какие дайте метки? Каску 8%, я себе МП5 бафну. Бля, давайте не будем курить. Вот, каска. Не пульсы, я спект меняю. Синтек не защищает. Дай мне МП5 тоже тогда, помогом, дай. Это СС есть? Ладно, наверное, не сдохну, да? Ну все, блять, чё? Стой. Для ну удобства. Что, у нас 11 я... минут. Не давайте, успеем. Все, чек. Рейндж наберите, пропишите сразу рейн. Сапрот перепейте, у кого есть. И сапрот и пейте, да. И сапрот воет. Сапрот бля, нужен, 11 да. минут. Давайте. Один. Отражение не будем без здесь? Нет, будем, мы все. Не будем. Хорош. Не надо. Как дела? Кто это сделал? Не знаю, как это. Чемангиру занонтит. Врей, дай мне МК. Че, уважаемые, сейчас это будет пиздос. Спасибо. Да? Так, а Войд будет? Поднимаются мобы в черепе, моба убиваем. Войд трэш держит. Черепе? Трэш его. Вот в черепе. Черепе. Да, убиваем мобчика. Да, просто продамаем. Шаман, короче, смотрим от этих... аккуратно. Нужно отходить от этих сферок. Сферки. Сука. Бегай вон в кружке просто, шаман, если и у огня еще нельзя стоять, молодец, который... Шаман. И у стенок не стоит, да, стенки как будет зона считаются.
Это сам шалфер. Будет же диспейлен, да? Я по диспейлен нормально все несу. Я не помню только когда там эти... Сколько там... Там типа яйца исчезнут. Типа они исчезнут и пойдут... Да, типа? Ну как все по идее исчезнут, тогда можно быть... Ну у нас Винтика за руль... Занрулит. Короче, заносит, заносит. Он шарит. Там это... Здесь, ну, диспейте, диспейте, но не должно быть вообще стать. Бывает кайтить? Знаешь, что это такое? Нет, ты чё, нахуй, я не умею кайтить. Я понял. Так. Они сдохнули, что нахуй? Брей, брей, брей. Брей, вы так не делаете, нахуй вы их вообще трогаете, блядь. Вот сейчас давайте дамажим со всех. Надо, какая в жопу Гера. Гера на втором. Фрэш свитч. Сейчас просто убиваете. А помогите немножко по диспейле, тут пиздец полный тридцать. Я хер, я не могу. Я войд диспейлю. Да не трогай этого моба пока. Давай, если ты его по диспейлю. Так. Вы диспейте, я хилю, но. Можно мне подамажить? Подожди, блядь, потом подамажишь. Ну, трэш побить. Так, блядь. Даже нужно иссушение-то разок я дать. Я просто диспейлю стою. Да похуй. Сдохну, ничего страшного. Кажется, ему пизда. Не, нормально. Ну, это дисплейте сами, там немножко осталось. А к того моба мы же не заливаем, мы ждем тебя просто. Рассоситесь да. По комнате. Не, он все просто приходит, нормально. Я просто по одному дисплею, там видишь, при себе они по два хуярят, а я по одному. Там это, если можно, инер по мне залить. Это да, давали душу какого-нибудь танка, что ли? Я душу делал, продал за ночь с тобой. Войдом? Я в диспеле. Ой-ой-ой, шамана. Я понял. Шамана умер. Шамана надо подавать. Бер шамана. Он сам стал. Заебись. Диспелить. Что там, когда мог? А, вот эти дойдут сейчас, да? Все, давай, давай, сейчас из последних собираем. Своди... Геру, Брэй... давай. Геру, давай. Брэя БР. Брэя БР, если есть. Сейчас, не добро. Сведи, сведи, сведи. Я хотел шоком, а он КД, блядь, оказывается, нахуй. Чуть не убил, блядь. Ну и да. Брей, блядь. Ебать, ну чё нахуй, бичуганы ебаные, блядь. Ну, ладно, ладно. БР Мордаунта, если есть. Да, уже был БР. У нас два БР. Ладно, нормально. Мордаунту инвер. Ну, нормально, мне хватит, хватит, не хватит, мне сейчас маны откатится почти. Бля, не сдохните, пожалуйста. Чё он, блядь, когда кастует, нахуй его бить нельзя, что ли? Можно. Ну, что-то не мог сейчас. По-моему, нет, по-моему, нельзя. О, кого ты там говорил, 46 мастерства надо? 56. А, 56. Нахуя тебе вообще это? Мастерство, ну чтобы быть мастером.
Берсерк. Чтобы не тебя ебали, а ты ебал на мать. Он просто парировал мою атаку, это под нихуя. 56 для всех танков, да, подходит? Для протовара и мишки только. Победа Орды. То, блядь, протовару похуй. Да больше для мишки. А на ДК сколько получается нужно восьмерки? Да похуй на все это, блядь. 26 надо. Это кажется, кому вообще понимать. 26 достаточно. Хуя. Что это такое? Он медведь. О, он ролл нахуй. Так, я за рогу захожу. Мардаун проигрывает. Угу. Куда идти, ебаный урон? ГЦ Мардаун. Наконец-то, наконец-то. Когда с этим взятым ходили, тогда этот Ауга выиграл мишку. Давай куплю. Не-не-не-не-не, я... А сколько? А сколько? Не-не-не, говорит, а сколько? 100к, надо. Сколько? 100к? Да, бля, без Б. Нет, 100к давай. Да пошел ты на нас. За косарь уже. 100к и один сердолик. Один сердолик. Нет, то есть 100к и один сердолик. Полтора сердолика и две тысячи. Сука, залупа конченая, нахуй. Будет, как дела там? Или природе. И один гессанит. Твой моб хуёвый. Он хуёво стоит. Мой нормально стоит. Мой нормально стоит. Хуёвый моб. Он меня в стену отталкивает, все хули ему еще. Я вообще нахуя хули пал бурсты, я вообще не знаю, я их вообще не нажимаю. Ай, блядь, ты просто еще, ты просто, ты нормальный рейд дохилил хули палом, например, там Джайну, Лича, там Ануба, блядь, РС 25 гер, там все это понадобится. Все эти бурсты, они прожимаются, когда ты клятву отдаешь. Потому что если ты не будешь клятву отдавать, ты сядешь, блядь, и все, пизда. Сядешь! Сядешь и надолго. Засажешь. Блять. Ты сядешь, Старк. Че, кольцо-то там мне дадите, нет? Ну так кидает. Пошел ты. Ща я вам еще приведу. А че, что-то вышло? Сучки, сюда! А, все, вижу. Народ будет. Вот они, каких-то трансов привел чисто. Ну, давай. Молодец, конечно. Окей, за 7500 продашь маунт? Не-не-не-не-не-не-не. Все, маунт не продается. Я его... Это, говорит, за сотку продается, блять, а за 7500 не продается. Нет, кстати, у меня, короче, есть такая... У меня есть гениальный ход, я пока его не буду юзать, потом я в конце посмотрю и я там... Если получится, просто рейд лидеру своему, если это человек, нет, нет, уважает. Нет, нет, я да, никого не... Я уважаю только трех человек. Себя, себя, еще раз себя. Ну ясно, фокус. Да. А как же мать? Отец. Только мать врага. Кто тебе дороже, Синтек или мама? Мать друга. Понятно. Синтека, да? Он мне не друг. Хотя, вот если. Вот. Ну, если познакомиться, ну как бы если чё, но я не это самое. Ты в каком такое... городе живешь, Мартон? Я в Томске. Ну так, чисто. Томске, по базе. Томск. Да. Ой, помню этот прикол, блять. Томск, Омск, блять. Омск, Орск. Приезжай к нам, расхочи, детей лежат на улицах, если чё. Трешевили? Пока в топоре не появится новости про Томск, я туда не приеду. Не, у нас сейчас тихо, у нас студентов много. Тут всякие разные студенты, черные, белые. Ну, и... Город Томск есть город студент. Какая да. Лужа еще, нихуя не видно. А че, блять, вы так долго бьете, нахуй, тоже должно потому быть. Потому что у нас не бьет. Я решил одного босса спулить, блять, а второго вообще хер положил. А потом спрашивал. Я же началась эта хуйня пописить, покакать, блять. Леночка, поставь такси. Ну что там, я дамажу, да? Я понял. Ну, да. Понимаю, я в шейкл кидаю этого черносерда, да? Шейкл. Шейкл. Да, шейкер. Шейкер. Ну, шакл, Патин. Шейкер, господи, какая Патин разница? Мейкер. Ну, понимаете, о чем ой, я. Ой, это ты мне дашь синие полироли? Они у меня есть, блядь.
Блять, у тебя фул синие полироли, так что думаю найдутся. Ну так я их покупал, блять. Давно ну, причем. Мне тогда. Ебать. Они дешевле стоят. Пикните, блять. Блять. Блять, тоже слово паразит какое-то. Блять, сука, блять, сука, блять, сука. Ой, мать, сука, твою мать. Бля, сука, бля, сука, бля, бля, бля. Курим, дуем, шмаль. Раз, два, три. Курим, дуем, шмаль. Пиво пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем. Кто продает? Мы продаем. Покупаем, продаем. Эй, чувак, отсыпь на забивку. Пятнашка баксов, чувачок. Гони в лапу, пятачок. Гони в лапу, пятачок. Если с бабками, если с бабками облом, даем в долг, 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 долг. Отстой, пидорский. Я так и понял, блядь, слышь, перекреститься. Это чисто когда на лече вайпнули, что так говорить. Что ливнул-то, я не понял. Я себе походу иконку возьму. Если походу иконку подожди, контроль нахуй. Контроль. А, подожди, подожди. Контрольная работа. Мне показывают, что у нас тебе. Ну, здесь гуманоид. Просто Хисоли зашел на свой. Я гуманоид полиморф. Это я метку сейчас. Полмесяца я за полиморфлю. Животное, кто там спячку? Подожди, животному какой контроль? Спячка или нет? Ты можно... животное. Можно какая-то друидовская штука. И он будет контролить Элисон. Мардаунд кинешь... Да-да, шакал. На шакал... маунта всех? Вот, шакал полмесяца, я шипну квадрат. Элима забанит? Зачем в элементале? Подожди, да, я перепутал, все, полмесяц. А, Элима бан нахуй. Строгий такой. Кружок. И животное, ну я с животным не знаю, что делать. Животное, вон этот, блядь, Войд Фьюри его... Войд Фьюри, тогда его... Войд Фьюри... В клетку его. Можно хапала в ретрика, он забанит. Элисон. Танч... Попала в ретрику? А, вот полимор. Его, этого, в ретрику. А тут, на... тут не надо два танка же? Нет, не надо. Уйд Фьюри, тогда спекайся. А поворачиваться? Нет, у нас просто будет контроль тогда идеальный. Но, а подожди, блин. Ретрик-то там вообще какой? Там это никакой, как он, но... пролич. Я даже кнопки не знаю, как в нем стоят. Да, пизду эти спеки. Вот, давайте ну, танчим. Хуйню какую-то придумали, блядь. Смотрите метку, танчим вот тут, вот. Там будешь выводить из лужи. Ну хуе мое, короче, красное бить, зеленое хилить. Я нихуя не понял. Я хилю? Вэлисон вот ты так же объясняешь. Нет, танки, танки. Чего, блядь? Вэлисон все, отчет. Сначала... Стойте, какой нахуй отчет? В каком я танке? Вот, я... Ты контролишь змею. Блять, как вы заебали, нахуй. Все. Какой все? Да, блядь, не пуляйте, нахуй. Уйдите нахуй. Тихо. Теперь заново. Что там, жопы слушаете, что ли, блядь? Да, так вы можете... Тихо, нахуй. Вы можете вообще, ну, один кто-то сказать? Во-первых, мне сказали в хилах. Хорошо, я говорю. Еще раз говорю. Полумесяц, мардаунд. Шакал. Кружок. Бан, да, блядь, да меня запутали, бан нахуй, квадрат я шипну, трусы, войд, спячку, все. Я понял, блядь, не в хиле? Нет, ну, бля, у тебя же сову успехнет. Я понял, блядь, а нахуй вы мне говорите в хила, блядь? Да, вы, потому что, блядь, история предлагал, да, типа для идеального контроля. Охуеть, если был ретрик хороший, то да, я бы спек. Но там. Там бич, дай бог здоровья. Там Т4, ретрик охуенный. Просто не в этом дело. Встаньте вообще от меня с ретриком. Я там не могу строить, а кто им владеет ретриком. Вэлисон. Все, все, готово. Сначала ее можно фернуть, потом в нее дать лягуху, и после лягуха полимор зайдет, и она на месте останется стоять. Но это слишком сложно, поэтому она будет бегать. Если взять корни, ты имеешь в виду? Можно корни в нее дать, чтобы... Просто этот... Потому что ты ее шипнешь, она сразу побежит. Да? Вот, дай тогда корни сначала, вот квадратику, потом я шипну. Ага. Просто корни. И потом уже скачку кинешь процент. Все, я отчет даю. А каска будет?
Да не будет. Аски не будет. Ну, корни. Они не восприимчивы к корням. Полимор. Отведи в метку. Квадрат уведи. Синтек в квадрат, сзади тебя. Синтек. Барабаны дайте по разбойнику. Дайте Сарио по врею. Врею, ты чё там такой жостер какой-то, блядь, вечно по тебе. Строн во фросте просто играет. Болотному. Болотный меня пиздит. Ходили за товарищем. Отлично. Выпал маунт. Он падает 100%, если убить четвертый сундук. Не, нам сразу выпал. На каждом боссе. Первого босса мы ебанули. Что-то поменяли взломание. Я пиздил болотно. Саня, теперь ты с плащом? Нет, не выполнено. Вот с этого босса вроде падает. Когда мы гиру сдаем? Скажите. Здесь какой-нибудь сейф надо сдать было. Типа какой-нибудь там, не знаю. Транквил? Не, нахуй, Саня, ничего не надо. Гера на 30%, хотите, чтобы под следующий каз была Гера просто. Чтобы захилить было проще. Хорошее решение. Спасибо. Что-то, блять, у нас ДКшников нету, луж нету от ретрика, да? Вообще нихуя нету. Да, хороший рейд. Болотный пиздец, блядь. Скользя. Скользко, говоришь? Очень, ну, очень. Зима же. Да, гололед. У меня плюс 12. Ой, минус 12. Теплая Сибирь. Ну да, я согласен. Это как-то немножко странновато. А тоже тепло сегодня. Потому что обычно, когда тепло, будет холодно. Сейф какой-то. Я нажал саппорт. Ну, Саня, у тебя уже все куски апнуты. ГЦ. Ну, я ж тебе говорил сегодня. Что я не обратил внимания. Ну, вот, назад бы выбить хас. И на ноги всплеск. Вообще красота. Вот даггер и лутай, Сиджу. А что за... Сиджу, даггер выпал! Бичи, блядь. Чё за хуйня, блядь, чё? Просто логи. Лужа, что ли, была? Да-да-да. Ты Тима срез. Такие вещи ещё свет не видывал, блядь. Ну, блядь, начинаем, ну, блядь. Но сегодня он о них узнает, блядь. Я хочу пиццу. Короче, рассказываю про свой план. Сейчас, 5 секунд.
Мардаун, план, охуенная идея есть. Ну? Куда хоть завтра планируем пойти? Да, блядь, ну, типа, если нормальные люди зайдут, блядь, не там, не 9 КДПС, блядь, можно и в Геру сходить, пронести что-нибудь. Вот, раскрываю свой план. Я думал, если упадет голова с малокраса, ее кто-нибудь зарулит, но не я, ну, зарулит, то я меняю маунта на голову, и все. Ну, так никто голову не упал, я забираю маунта себе. Да. А план был хороший. Надежный, как швейцарские часы просто. Охуенный план просто. Не, план реально хорош. Но просто голова не падает уже. В чем стоите? Не, это голова. Мне все хоть что вообще отлично будет. Ул. Лул. Алалу. Они не бафнутые, какой вы отчет даете, блядь? Там маны нихуя там, нету. Это на трэш. А, трэш. 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 Бейте, блядь, сначала какой в жопу баф. Алло, блядь. Алло, на. Гараж. Алло, гараж. Я? Это что, Лема? Ебанешься. Сильно. Лайк. Кто-нибудь подскажет, сколько откадешивается глубокая заморозка у фростов? 0.15. Бен, перекинь меня в первую пати, чтобы мордаунду легче было считывать миликов. Вот. Морда, теперь милики в первой пати. Все, спасибо. Морда! Морда хила. Ну-ка, давайте пуса. Куда сбегаемся, блядь? А я сейчас поставлю. Вон туда, в луну. Сбегаемся. Давайте это. Потом в центр, вот сюда. Все. Краску. Бичевство. Так, ну что тут, все, никто ничего не знает, все знают. Шамана не было. Никто не знает ничего. Ну, не знаю, скажите. Каждый 20% он меняет форму, сбрасывает агро, поэтому когда он будет менять форму, стопаете дамаг. Да там на пол, на... самое важное, чтоб дали. Ну, вон в рей у нас сдохнет, и что, бэрить потом бомжает. Так. Когда он там, мы сбегаемся влево на третий, по-моему, на третий форм. После 80%. После да медведя. Не, блядь, как это форм? Ну, птица после медведя. У меня книжка забагалась. Да просто птица, блядь, после медведя. Короче, на птице мы пиздуем все в луну, и там стоим, убираются тотемы, шаман, к тебе. Кто убирается в этой тотемы, мы стоим в одном компе и ждем эти... ураганы ебаны. Потом мы бежим в центр вот сюда и бьем тут. Там будет фаза потом, по-моему... Блять. Какая там фаза? Ластовая, где рефлектится заклинание? Сейчас посмотрю. На птицы, блять. На третьи, блять. Просто уберешь все тотемы, ну... Когда мы сбегаемся в угол, убираемся тотемы, убираем бисов. Да, в сущность рыси, орла. Рысь. Элементали убиваем, убираем в рей. Не забудь элементали. Что еще мы лайкаем все тут? Конечно. Да ну нахуй, вообще ебанулись. По-любому. Большая просьба к тем, кто это... Ну, чтобы если не забыли. Когда фаза орла будет, ну, переходка с медведя на орла, не кастуйте, пожалуйста, в луне, нас всех пошел этот херам. Ну, типа, либо кастуйте аккуратно очень. Ну, там чисто милики в основном бьют. Шаман, чисто на аркан магии аккуратно покастовал. Ну, я покастую, у меня вообще похуй. У нас, я боюсь, шаман упадет здесь первый раз. У него уставалка есть, блин. Ну, кстати, реально, я, может, пайра просто бегу. Чего? Сейчас. Чисто, короче, я... Заносите тему, когда шаман тем брать.
У вас есть шаман, и у нас массыва нету нормального. Как-то бабл это... А, шаман это, на последней фазе он будет огненные столбы кидать, и из них надо выходить сразу. Ну, там, раньше набирать. А похуй, гол. Да похуй, гол, вайпнем сюда, и все, что ждать-то, блядь. Тут одного челика только не было, блядь, рассказывать еще. Это тоже первый раз, если что. Когда там? От отбегает, вот этой вертушки отбегаем. Да, и там шатует просто его это. Мордаун там сейчас умрешь так. Я буду жить вечно. Боюсь. Шаман, ты отбегает этой хуйни, ты что, дрочишь что ли? Топор прилетит. Топор прилетит. Под вихрь я 5 секунд, Виктор. 5 секунд. 3 секунды. Уйди, шаман. А, нахуй. Врея, Гро, нахуй. Да я все щитанул. Не, ну если его щиток держит, то им похуй. В смысле, блять, алло? Я ж прохилил на фул, как почему не слетает топор? Руку защитуй, руку защитуй. Ну, не на фул, значит, прохилил. Хорош. Топор на фул, это не зависит от этого, фул не на фул. Там надо 100%. Скоро надо стопать. Сейчас в мишку пойти. Стопнули. Чё? Бейтс. Под жопу. Диспел. Пролич. Я ты сказал диспел, когда уже все диспелили. Ладно. Бля, но я всех не успеваю диспейлить, тут просто демоны еще, я их задеваю. Я помогаю точечно, тоже. Тут хилить нехуй, все успеешь. Ну. Веди его к луне потихоньку. Объем. А мы где стоим, в луне, да? Шаман убирает тотем. Бежим в луну. Все в луну. Веди в луну. Сейчас будет паралич, смотри. В один кэмп встали ровно в луну. Шаман тотема убрал. Элементаль уберите. Элема еще, да. Лок у нас демон на ПК стоит. 2%. Что делать? А что, собаку уводить не надо? Сейчас не кастуем, сейчас не... Всё, 60% не кастуем сейчас. Все в угол. Топкаст, топкаст. Стоим. Лишние сейвы. Ясно, проебали. Чё, проебали? Можно бэрнуть. Бежим в центр, скорее. Вроде нормально пока. Да, и в центр идите. Два бэра есть. Чё вы глыбы не сдали? Ну не кастуйте, ребята, блять. Ну ёбаные вы дурачки, блять, нахуй. Мак, ты совсем шо ли, блять, пьяный или чё? Мак умер. А, он и от этого. Его риснули, сука, он умер, блять. Ты понимаешь, что нахуй? Ну, ты когда кастуешь, тебя ещё хил хилит. Я ничего не кастанул в этой игре. А как ты нахуй? Я встал, меня смерчом убило. Так нахуя ты встал под смерчем? Ну-ка, чего ты не забавлил меня сразу? Я бежал, блять. Вот и всё. Зачем? Много не кастуйте просто. Тут за каждый каст ебал бьют. Но. Вообще похуй. Вообще, конечно, но. Ясно, берешь, наводишь на воду, на Серджу, на поле лишнего, а он не напуливает. Вот так вот. Такой же, как топа, но. Ну топ, а топ чисто. Так у нас рассинхрон, это же не в мутике. Младше. Ну ты что, не шишет. Что? Если ты не в мутике, короче, на тебя не надо напуливать, понял? Ну так сказал бы хоть что-нибудь, ты что, рофлишь или что? Ну чё?
Он тебе и сказал, вот сейчас. Я тебе говорил. Найс во время боя. Я говорил. Ничего не записано. Красава. Я говорил. Алло, ну, там, блядь. Переводить будем или чё, блядь? Стою просто ману жгу нахуй. У нас так-то челик мёртвый нахуй, надо быстрее бить. Надо нам подпотеть маленько. Ебать, я понимаю, за каждый каст исповеди у меня... Вообще тоже похуй стоит, хуярит, блядь, на все бабки. А я тоже начал уже. Опа! Вот, ребят, все успеваем его. Щитуйте меня, на. Ну, блядь. Ебать, до Нового года 5 минут, давайте быстрее. Через 10 минут ухожу на полчаса. 2%. Бля, ребят, аккуратней, пожалуйста, прошу вас. Так, лови. Так, теперь засрите все бесами, тотемами, все засрите. Петами. Че, у нас нет побольше байеров? Под жопу встаньте. Срите, блядь. Срите на голову и перейти. Под жопу встаньте, кто там нахуй. Вот это че, без залупа? Че он прыгает? Он по демонам прыгает. Второй БР у нас есть? Нет, нет, у нас все в КД, все в КД. У меня инер залит. Бля, есть что-то мана да. Какая-нибудь, у меня 2%. Ну, я гим знам. Шаман на 20% даже герой. Блин, сколько много, блядь, дебафов повешала тварь, блядь. Там я сухой. Я бью босса. Надо тебе как-то риснуть ману, потому что сейчас фаза надо бить. Озарение у синтека есть. Хорошо, я опеку сменю, врезаю ману. Блядь, бэн живи. 2%. Батя, что на меня хуярит? Сколько у тебя этой хуйни на твоей на ману? Так. 30. Пу, еру. Разбирайтесь. Че, рассоситесь. Под лицо не встаньте только. А он же в таргет выбирает, на кого каст? Да, да, да. Смотрите его, у него в этот, в таргет либо фокус. Если он танка выберет, он... Милики, лучше двигайтесь. Шамана выберет. Чё кончите мне зубы? Быстро семен рейдерсы пошли. Что там, есть тиммер, нет? Ух, тем должна хватить. Планета шаман умер, а. Ну, главное, геру дал. Я этот гимн что-то там сейчас. Ага. Так, мили. Блять. Успел бежать. Давайте 5%. Пиздец. Не просто брила. Чотнула. Какой же конченый луч, его просто не видно. Я забодал его синтеком. Я отбегал. Ну, мана нету, но. Лям. Ляночка, тащи! Да я сдох, ебашьте. За себя и за Сашку. Сейчас. Ребят, погонимся. Миллион забейте. Вой, да дай этот. А, все, ну, вот. Чисто ДПС в рея. Вот он. Сука, бомж, нахуй. Да. А чё, глыба не жмется, нахуй, в углу стали бичи, блядь. Два бича, нахуй, синих, нахуй. Нахуй вы этот класс вообще выбрали, блядь. Ладно, я ливаю. Бомжи, блядь.
А чё, блядь, в натуре глыба не жмётся или чё, блядь? Или как? Что, блядь? Почему, блядь? Потому что до этого я ходил, лежал глыбу, нормально всё было. Ну да, я и смотрю, блядь, два бича просто сдохших лежат, нахуй. На них БР потратили, блядь, один стал сдох, нахуй. Ебай, я сока выпью ща. Говори, иди сопрот. Ну и у меня сопрот был, к тому же. У фростмага фростшилд есть... Там не спасает это все залупы, что ты называешь, блядь. Ну, я не знаю, блядь, до этого ходил, не убивали меня эти ветра. Так же стоял, блядь, в углу просто. Нам просто нужно не успеть зачитовать всех, дать масс-сахру, ну и вот. Думаю, мы это переживаем, потому значит, что... Значит, это даун-то фейл. Ну, в смысле, я себе зачитовал. Блядь, какой знаю, нахуй фейл? Жмется глыба, и все, не ебется мозг, нахуй. Сколько хожу, блядь, ладно. Жмется глыба, и все. Да все, я понял. Я... А ты просто фуловый стоишь. Да, я понял. Ничего там тебя не засейвит, блядь. Щит пробивается, блядь. Там 4 вихря, они сколько, по сколько бьют? Ну, вот по 7 тысяч каждый бьет, умножай на 4, 28. У тебя хп сколько? 22 тысячи, блядь. Все, пиздец. Кому маг нужен? Я понял, блядь. А мага подаешь? Создавай друида, блядь. 4 спектра. Друида, блядь, буду говорить носовую роль. Ну да. Маг, конечно, будет по своему... тем же престолом. Такое себе, конечно. Маг хуйня, нахуй. Бресты да. Топ. Ну, это не ко мне, это к Сирусу. Сирус хуйня. В циркуль топ. Жечу Ювов. Вообще самый топчик. Не Ювов, а ушёшь. Не факт. А, да скажи, что да, там панда есть. Кто у нас там еще живет? Я забыл уже даже. Динозавр. Сайрус. Нет, давай других динозавров, давай других ископаемых, пожалуйста. Отбегается за милика там очень легко, блядь, не знаю, что вы дрочите, блядь. Да плохо видно это, да, стол, да, дерьма. Да, да, конечно, блядь. Его видно, знаете, он тебя просто... в таргет выбирает. Там нет, там все видно, там дело не в видимости, а в том, что это просто очень быстро нужно выбирать. Как только он в таргет выбрал, типа... Я смотрел сразу на таргет, должен... он вообще не поменял таргет. Ну вот смотри... Милишников кидает, может, без смены таргет, он может в танк кинуть, блядь. Если в танк кинет, он под вами столб появится. Этот столб в ДБМе вообще отображается время до него? Я просто не видно. Это хуйня. Ну, может, у кого-то отображается, но нет. Я не знаю, вот он меня выбрал в таргет, я успел отпрыгнуть оттуда. И у меня труп был где-то там в 50 метрах от луча, и меня все равно убило. Типа меня убило в полете. Блять, рыба стоит, ты что, дрочишь, что ли, там? Вставайте, блядь, чё вы, блядь? Я курю бамбук. Да вы меня позвали, блядь. Еще не выпало нихуя нахуй. Бенстиллер. Сейчас я глыбу вытащу на панельку всех. Я понял, блядь. Еще у пацана и глыбы на панели нет. Я понял. Ебать, как-то в льду пошли нахуй. На этого, на Игниса. А там надо мастераур давать на этот, на топот нахуй, чтобы каст не сбивался. Чтобы не подкидывало людей нахуй. Я говорю, ну... Называю ник паладина, говорю, давай мастераур. Тут нихуя не дает, говорю, ты что, сука, кричу нахуй. Мастераур не можешь ждать. Он говорит, блять, на панели, говорит, нету нахуй. Мастераура нет на панели, я понял. Ты бесполезный талант, сразу говорю, вообще. Я готов. Синтека нету. Синтек. Синтек, бич. Он сказал, что у него это DS ёбнулся. Ну, телефон разрядился. А, yes. Ну, ждём синтек. Блять. У меня пит этот ебаный, он мне не нужен, блять. Почему с ласта падает всякая помойка? Не потому что пиздец. Зов анрол нахуй. В смысле, сейчас прям?
Анролл, ебать. Забираю на мишку. Связь не так тут, давайте. Сейчас вихрь будет сразу. Ну что, отбежали что ли? Можно. Я понял нахуй. Вы что, блядь, дрочите там? Хилы, это в рай нахуй, блядь, смог блок нажать. Ну. Это не про хил. Это называется да. Хпал разбирается, отбежали, не отбежали, а не хилит. Вы его берните? Не гони бочку на хпала, блядь. Там, блядь, один ДЦшник мог запить захилить исповедью, блядь. Тут на ДЦшнике нехуй делать. Ну, я хилил. И исповедь куда была? А куда ты ее сдал, блядь? Я сдаю ее в танк, периодически, да, подсаживаться. Нахуй ты сдаешь с танка, блядь. На нем частицы висят. Вообще смысла нет в танка. Да? Разница частицы, если ты ее не хилишь. Тут исповедь только в этот, в топор. Вы там нахуй попиздите еще, слышь, вы, блядь, нахуй, распизделись, раскула, не хилишь, блядь. Смотри, вот нахуй, 3%. Ой, на пол нет. 2%. Аккуратней, на пол нет. 1%. Топ. Да, все ходить. Стопните, Сентеклови. Под жопу. На пол 3 секунды. Аккуратней. Войт фурия. Все, можете бить. Под жопу. Брать тотемов про этот полуновый один. Готовьтесь стопать. Полуновый один. Кто там кастует стоит? Врей стоит. Врей. Все живы. Охуеть. Жим. Не сдохните, пожалуйста, пока я бегаю. Ну, тут прям фаза на пулов. Это потом опять скажете, что, блядь, вас колепал не хилит, блядь. Можно частицу какую-то? Нахуй вот так, нахуй вы, блядь. Ну вы ёбнутые, серьезно, блядь. Говоришь, нахуй не бьёт. Стыть их хуярить и просто все вот сдохнут. Просто прокнет, сука, у вас что-нибудь, блядь. Вы же сдохнете, нахуй, и мы опять вайпнемся, блядь. Я по чуть-чуть косту. Хуй знает. Ты по чуть-чуть войду, он похуй, он хуярит на все бабки, блядь. Так, блядь, тут вон рейд фуловый весь стоит. Ну, как бы дайте реально поаккуратненько, согласен с Мигдаемом, потому что я тоже вот... Ладно, я типа пол, просто пол, всю ману всадил нахуй сейчас на вас из-за того, что вы нормально бить не можете. Да, клинеры есть. У меня за каждый каст исповеди просто ебашит по всему рейду. То есть я хилю только щиток и молитву, все. Не знаю, бы долт идти, что ли, его кто не знаю. 43%.
следующий на пул синтека. Готовьтесь стопать и призывать все говно, тотемы и прочее. Стопать. В мели встаньте. Эти именно попал. Так сейчас на пол нужен будет. Готовьтесь, стопайте. Команд Геро. Разбежались. Бигдам, мы три переживаем, да, и на четвертый, пятый уже сдаем, да? Да, да, да. Давай так и сделаем. Тогда я первый сдам гимну. Давай. Пошли. Я потом сдам мастерауру. Там на кого-то смотри, на кого. Ага. Винер, если есть, залейте, похоже, кого. Кто сдал? Синтека должен. Блять, Винер шо. Мили, 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 мили. Следующий сдашь гимн? Я уже сдал гимн. Сдавал, да? Да, я на четвертую сдал. Давай мастерал. Ну все, мы уже убили его, отлично. О, наконец-то зов упал, сука! Как будто кончил, то не знаю. Так, ебать, ты так же бы, блядь, говорил, если бы плащ выпал. Нет, нет. Плащ? Да нет, я не так давно с ним выхожу. Первую неделю, блядь. Да, блядь, все даже видим, где ты нужен на зов, сука. Хуй знает, мне нужно.